окна, отстегнул блузочку, три пуговички, снизу, там типа пупок. Говорила, ну, целуй. Хочешь меня поцеловать? Эту грудь, упавшая эти бедра, блин, вялые. Обними меня. Ну, все. Нет, еще немного постоим. Давай. Когда искусственное дыхание делал, губы у нее уже твердые были. Будто целоваться не хочет. Вообще-то женщина должна кричать, когда ей хорошо. А мужчина шептать. И то только во время оргазма. Ты кто? Со стороны жениха. Мне просто нравится это место. Я веселая. А потом плакать начала. Ревет, ревет. Сопли по ветру. Мне не грустно! Ничего, отпустит. Здесь теперь хорошо. Под трамвай кидаться пошла? Надеялся.